Привет, дорогие мои! С вами снова Евгений Сусин, и сегодняшний выпуск хочу посвятить озвучке, дубляжу мультфильмов. И выберу для этого мой любимый мультфильм «Шрек». Буду показывать картинки и их же оживлять своим голосом. Итак, начали. Ослик. А в некоторых культурах ослов почитают как самых умных животных. О, это будет весело. Мы засидимся допоздна, обмениваясь скупыми мужскими историями, а утром я приготовлю вафли. Дальше. Это, наверное, замок лорда Фаркуада. Как ты думаешь, он пытается этой высотой что-то компенсировать? Знаешь что? Может быть, есть веская причина, по которой ослы не должны говорить? Синий цветок, красные шипы, синий цветок, красные шипы, синий цветок, красные шипы. Блин, все было бы намного проще, если бы я не был дальтоником. Ой... Какие у вас большие зубы! Я имею в виду белые, сверкающие зубы! Я знаю, что вы, наверное, постоянно слышите это от своей еды, но вы, должно быть, отбеливаете зубы или что-то в этом роде, потому что у вас ослепительная улыбка, и я чувствую нотку мятной свежести! Хорошо, я тебе скажу! Ты знаешь, кто такой Человек-маффин? Хотя она и живет с семью гномами, но не какая-нибудь дешевка. Я не марионетка, я настоящий мальчик, Пиноккио. Что ты за рыцарь такой? Единственный в своем роде. Извините, место назойливого говорящего животного уже занято. Людоеды, они как лук. Воняют? Да нет. От них все плачут? Нет. Если их оставить на солнце, то они темнеют и покрываются пятнами? Нет, я говорю про слои. И у тех, и у других есть слои. Понятно? У тортов тоже есть свои слои. Значит, ты как торт. Эй, я не посыльный. Понятно? Я курьер. Что ты делаешь в моем болоте? Через некоторое время ты научишься игнорировать ярлыки, которые клетят тебе люди, и просто доверять тому, кто ты есть. Знаешь, что было бы самым лучшим сегодня? У меня появился шанс влюбиться в тебя снова. Только настоящий друг может быть честным. Возможно, вы видели комнатную муху, может быть, даже супермуху, но держу пари, что вы никогда не видели осломуху. Пожалуйста, я не хочу туда возвращаться, ты не знаешь, каково это, когда тебя считают уродом. Но, может быть, ты и знаешь, что именно, поэтому мы должны держаться вместе, ты должен позволить мне остаться. Знаешь, что еще всем нравится? Парфе, вы когда-нибудь встречали человека, которому вы говорите, давай возьмем парфе? А он отвечает, черт возьми, нет, я не люблю парфе, а парфе это восхитительно. Проснись и почувствуй запах феромонов. Прежде чем это закончится, мне понадобится серьезная терапия. Посмотри, как у меня дергается глаз.
Да ладно, принцесса, ты не такая уж и уродливая. Ладно ты, уродливая. Но ты такая только ночью. Шрек уродлив 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А ты только ночью. Так, никому не двигаться, у меня здесь дракон, и я не побоюсь его использовать. Я осел на грани. Она назвала меня скакуном. Благородным скакуном. О, это еще одна наша общая черта. Ненавижу, когда кто-то маячит у тебя перед носом. Ты пытаешься намекнуть, а он тебе уходит. И тогда наступает неловкое молчание, понимаешь? О, выбери меня, выбери меня! Меня! О, я ненавижу эти бальные шоу! Они утомляют меня до слез! Переключите на колесо пыток! Никто не говорил, что я имею право хранить молчание. Осел, у тебя есть право хранить молчание. Тебе не хватает только способности. Ого, посмотри на это! Кто бы захотел жить в подобном месте? Это и будет моим домом. Все, ребят, пока. На этом хватит. Будет продолжение. Мультфильмов много. Если понравилось, ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал, пальцы вверх, делитесь с друзьями. Все, всем удачи.